Участники волнуются, позади основные этапы конкурса, впереди финал и церемония награждения. Каждый из них готовился к этому дню с особым чувством, ведь необходимо рассказать о своем кредо, представить его так, чтобы у жюри и зрителей не осталось никаких сомнений в том, кто заслуживает звания «Лучший педагог дополнительного образования района». В 2009 году в районе прошел первый конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдают детям», чему мы очень рады. И, в общем-то, каждый год наши педагоги принимают участие, потому что у нас их много, педагогов дополнительного образования. Ну и, конечно же, школы очень отозвались и тоже каждый год представляет своих участников. Елена Тарасевич уже много лет обучает девочек искусству украшения одежды и созданию разных аксессуаров, которые добавляют образу изысканности. Я помогаю девочкам немного шире посмотреть на то, как они одеваются, как выглядят, брать пример с более старших воспитанниц, девочек более старших классов. А декоративное оформление одежды – это как стартовый идет кружок для того, чтобы в дальнейшем приобретать более широкий спектр знаний по оформлению одежды. Девочки в 5 классе учатся декорировать костюм, делать различные дополнения к костюму, например, броши, учатся повязывать шарф, учатся преобразовывать то, что есть, в то, что они хотят видеть. По итогам жеребьевки Ника Зубова вытянула номер 1. Первому выступать всегда сложнее. Сложно справиться с эмоциями. Всегда переживаю, пытаюсь себя успокоить, но почему-то никогда не получается. Почему-то у меня было ощущение, что я буду первой. Не знаю, вот я когда доставала, я не хотела, но волнительно очень, конечно. Хочется, чтобы все хорошо прошло. Для Ники этот номер оказался счастливым. После всех подсчетов она вышла в лидеры и заняла первое место. Именно она поедет защищать честь района на областном конкурсе. С детьми очень интересно, с ними просто. Их интересно узнавать. С ними я становлюсь, я как будто тоже становлюсь ребенком в какой-то мере, в хорошем плане. И, какой-то вот от них заряжаешься позитивным настроением. Конкурсы профессионального мастерства – это в первую очередь обмен опытом и общение, а также возможность реализации творческого и личностного потенциала каждого педагога. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».